нам, конечно, надо Россию поглощать. Это Малороссия. Украину и Белоруссию. У нас другого выхода нет. А Украина, она опять вернется к нам, как блудная дочь. Она ушла, где-то там пыталась вступить в контакты в половые, где-то ее там били, где-то ее спаивали. Но она рано или поздно вернется в объятия России, матушки. А мы добрые люди, нам дороже, когда человек покается, придет и скажет: возьмите меня, ребята, я больше не могу. Потому что она теперь вот в своем таком состоянии, она и нахрен не нужна и Западу, ни Востоку, никому. Она, только мы ощущаем близость естественную вот кожей. Там, я украинец, в каждом человеке может быть какой-то украинец. Это то же самое, славянин, русский человек.